С вашего позволения, любезно приглашаю на сцену нашего нового друга Майк, но не Тайсон, Майк Денниген. Давайте стоя поприветствуем. Майк, very welcome. Латыши, бурные аплодисменты! Аллилуйя, бабушка! Сидни, аллилуйя! Слава Богу! Наверное, не знаю. Аллилуйя! It's great to be here. Есть! It's great to be here. Очень здорово быть с вами. I would rather be here than be in jail. Лучше быть здесь, чем быть в тюрьме. It depends on which jail. Maybe in America it's not going to be that bad. I know I'm supposed to be here. Я знаю, что я должен быть здесь. When I got on the airplane, I had no idea what I was going to do when I got here. Когда сел в самолет, не имел ни малейшего понятия, что буду делать, когда прилечу. But I felt in my heart, it's time to go. Но в своем сердце почувствовал, время пришло. We need to be men and women of God that follow the will of God. Нам нужно быть мужами и женами Божьими, которые следуют воле Божьей. We have to trust in the Holy Spirit. Нам нужно доверять ему в Духе Святом. The steps of the righteous are ordered by the Lord. Шаги праведника направлены Господом. You are not here by accident. Вы здесь не по случайности. This is a divine morning, afternoon. И это чудесный божественный день. And I believe the Lord wants to speak to us today. И я верю, что Господь хочет говорить к нам сегодня. Аминь. Amen. Lord Jesus. Господь Иисус. I thank you for the opportunity. Я благодарю тебя за эту возможность. To proclaim your word this day. Чтобы провозглашать твое слово. It's not by might. Потому что не могуществом. It's not by power. И не силой. But it is by your spirit. Но духом твоим. I bind everything of demonic nature. Я связываю всякое происхождение демоническое. That would try to hinder the word of the Lord. Которые пытаются удерживать слово Божье. I bind you in Jesus' name. Я связываю тебя во имя Иисуса. Step out of the way in Jesus' name. Отойди во имя Иисуса. Loose the minds of the people of God. Освободи разумы людей Божьих. That they might receive the word of life. Чтобы они приняли слово жизни. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Hallelujah. High five somebody next to you and say, here we go. Кому-то дайте пать и говорите, поехали. You may be seated. Можете присаживаться. Hallelujah, бабушка. Woo! I've been in the Ukraine many, many times. Я был в Украине много-много раз. The first time I went to Ukraine. Первый раз, когда я приехал на Украину. I heard the word бабушка. Я услышал слово бабушка. And I love to say it. И мне так нравится его бабушка! Говорить. Бабушка. Бабушка. And I say it every time I go. И каждый раз, когда приезжаю. I just like how it sounds. Мне просто нравится, как оно so, звучит. Аллилуйя, бабушка. Поэтому аллилуйя, бабушка. I don't know a lot of words. Много слов я не знаю. A lot of the Russian words I've learned from demons. Очень много русских слов, которые я выучила, выучила от демонов. Смерть. Смерть. I can keep going. Я могу продолжать в таком духе. But the Lord wants to speak to us today. Но Господь хочет говорить к нам сегодня. Amen. Аминь. And I want to be a vessel that He can use. И я хочу быть тем сосудом, который Он использует. Amen. Аминь. For the word of the Lord has come. Потому что слово Божье пришло. He says, "I have called this church."
Он говорит, я призвал эту церковь. I have called this movement. Я призвал это движение. To be a house of prayer for all nations. Чтобы они были домом молитвы для всех народов. For the Lord would say. И Господь говорит. At this hour. В это время. Do not be distracted. Не отвлекайтесь. Do not be discouraged. Не разочаровывайтесь. Focus on my house. Сосредоточьтесь на доме моем. I want my glory to manifest in my house. Я хочу, чтобы моя слава проявлялась в моем доме. The enemy cannot stop my church. Враг не может остановить церковь мою. For even though nations will be blocked from going to, несмотря на то, что нации, народы, они будут заблокированы, I shall bring nations to you, says the Lord. И не смогут выезжать, но Бог говорит, я приведу. This shall be a place of the healing of nations. Это будет место исцеления народов. Nations shall come and be restored. Народы будут приезжать. Leaders from nations shall come and be encouraged and restored. Они будут восстановлены. Лидеры будут приезжать, будут восстановлены и вдохновлены. Make me the focal point, says the Lord. Господь говорит, сделай меня главной. For this is a new day. Сосредоточенной точкой. This is a new hour. Потому что это новый день. Do not get distracted. Новый час. By things on the outside. Не будь отвлеченным теми вещами снаружи. Не будь разочарован. For I am the Lord God. Потому что я Господь Бог. And I shall build my church. И я церковь мою построю. And the gates of hell shall not prevail. И врата ада ее не одолеют. Rise up, church. Восстань, Rise церковь. Up, church. Восстань, Rise церковь. Up, church. Восстань, церковь. I have given you the keys of the kingdom. Я дал вам ключи от царства. Nations shall come running to you and be restored. Народы прибегут к вам и будут восстановлены. This is a house of prayer for all nations. Это дом молитвы для всех народов. Hallelujah. 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 The title of my message today. Название моей проповеди сегодня. It's not a popular message. Не очень популярная проповедь. But I want to speak what the Lord gives. Но я хочу говорить то, что мне Господь говорит. I don't live to impress anybody. Я не живу для того, чтобы кого-то впечатлять. I live to impress one man. И я живу для того, чтобы впечатлять одну личность, его имя Иисус. It is an honor to be with you, Bishop. Большая честь мне быть с вами, епископ. And it's an honor to be with you. И большая честь для меня быть с вами. And all of you. И со всеми вами. But the title of my message is this. Но имя моей проповеди звучит так. Inconvenient surrender. Неудобно. Sorry? Inconvenient surrender. Yes. Сдаваться неудобно. Too many people think that serving Jesus, they should be happy all the time. Слишком много людей думают, что когда буду служить Иисусу, будут радостными всегда. That life should be easier. Жизнь должна быть легче. That is not biblical. Но это не библейски. Amen. Аминь. We are called to follow Jesus. Мы призваны следовать за Иисусом. For those of you that are in politics. Для тех из вас, кто идут в политику, and you want to serve Jesus Christ, и вы хотите служить там Иисусу Христу, I warn you, it will be an inconvenience for you. Я предупреждаю, вам будет некомфортно. You will be persecuted. Вас будут преследовать. You will be separated. Вас будут разделять. You will be talked about. А вас будут говорить. But it's worth it. Но оно того стоит. Amen. Аминь. The Bible says. Библия говорит. In Matthew chapter 7 verse 21 to 23. В Матфея 7, 21-23. Go ahead. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Amen. Аминь. We are living in a time.
Мы живем во времена. Many people in the church are getting swept away. Многие люди в церкви их уносит. By signs and wonders. В чудеса, исцеления. The big crowds. Большие толпы. Do you know the Antichrist? А знаете ли вы, что Антихрист? Will perform signs and wonders. Будет совершать чудеса и знамения. Do you know he'll have big crowds? Знаете, что вокруг него будут огромные толпы? Он будет прекрасным спикером. People in the church, we need to wake up. Люди в церкви, нам нужно проснуться. It's not all about signs and wonders. Дело не все в чудесах и знамениях. Hear me now. Услышьте меня, пожалуйста. True radical Christianity. Истинное радикальное христианство. It's not what you might think it is. Может оказаться не тем, что вы думаете. In fact, many in the charismatic church. К тому же многие в харизматических церквях. Their views of radical Christianity. Они отказываются от радикального христианства. Can create dysfunction in the body of Christ. Не понимая, что оно создает дисфункцию в теле Христа. There is a misconception. Есть неправильное понимание. Of what radical faith truly is. Что на самом деле, чем на самом деле является радикальная вера. Are you hearing me? Вы слышите меня? Most people in the world. Большинство людей в мире. They're just trying to survive another day. Они просто стараются пережить еще один день. Им плохо, больно и тяжело. And hear me now. Но услышьте меня сейчас. It's not signs and wonders that will change the world. Чудеса и знамения не изменят мир. I have learned. Я выучил. The world will never be impressed by signs and wonders. Мир никогда не будет впечатлен чудесами и знамениями. Signs and wonders did not turn the world upside down. Чудеса и знамения — это не то, что перевернуло мир вверх тормашками. Jesus himself healed the sick, raised the dead, drove out demons. Сам Иисус исцелял больных, освобождал от бесов, восстанавливал жизни. And people still shouted, "Crucify him." А люди по-прежнему кричали: «Распни его!» Inconvenient surrender. Сдаваться неудобно. What did Jesus do that truly changed the world? Что же такого Иисус сделал, что на самом деле поменяло мир? He endured the cross. Он перетерпел крест. He shed his blood. Он пролил свою кровь. He laid down his life for others. Он положил свою жизнь за других. Love. Любовь. What did the early church have that turned the world upside down? Что же ранняя церковь имела, что перевернуло мир? They had radical faith. У них была радикальная they вера. They had radical love. У них была радикальная любовь. A faith that was empowered. Вера, которая была подкреплена силой. By the Holy Spirit. Духом Святым. A lot of people think they need to get filled with the Holy Spirit. Многие люди думают, что им нужно наполниться Духом Святым. So that they can have power to flow in the gifts of the Spirit. Чтобы у них была сила, чтобы можно было течь в дарах Духа. Do you know that the disciples were driving out demons and healing the sick? Знаете ли вы, что ученики изгоняли бесов и исцеляли больных? Before the day of Pentecost, when they were walking with Jesus? Прежде чем случился день Пятидесятницы, они уже это делали, когда ходили с Иисусом. Do you know why they needed the infilling of the Holy Spirit? Знаете ли вы, для чего им нужно было наполнение Духом Святым? So that they can endure difficult times. Чтобы они могли продержаться и дойти до конца во время тяжелого времени. Jesus knew that it was going to be really difficult for his believers. Иисус знал, что будет очень тяжело его последователям. He knew that they were going to need a helper. Он знал, что им нужен был помощник. An encourager. Тот, кто вдохновит. A comforter. Тот, кто утешит. Because life was going to be hard. Потому что жизнь предстояла тяжелая. I believe the Lord spoke to me. Я верю, что Господь проговорил мне. There's a couple of ministers here today. Есть несколько служителей сегодня здесь. You want to quit. Ты хочешь все бросить. You want to stop. Хочешь остановиться. You want to run. Хочешь убежать. Because it's difficult. Потому что тяжело. Jesus knows. Иисус знает. He understands. Он понимает. Don't quit. Не уходи. Don't stop. Не останавливайся. Reach out to the comforter.
Протянись, прострись к утешителю. It's inconvenient to follow Jesus. Некомфортно следовать за Иисусом. It's hard to follow Jesus. Тяжело следовать за Иисусом. Even Jesus said, I am sending you out like sheep among wolves. Даже сам Иисус сказал, я посылаю вас как овец среди волков. He said, beware of men. Он говорит, остерегайтесь людей. For they will hand you over to be flogged and persecuted. Потому что они будут преследовать вас, искать вашей смерти. You will be brought before governors and kings. И будете приведены перед правителями. To be a witness for me. Чтобы быть свидетелями мне. They will hand you over. Они будут передавать вас. But don't worry what you're going to say. Не переживайте о том, что сказать. I will be with you. Я буду с вами. Brother will betray brother. Брат предаст брата. Father his child. Отец предаст детей своих. Amen. Аминь. You will be hated because of me, Jesus says. Будете ненавидимы за имя мое, Иисус говорит. Amen. Аминь. The life of following Jesus is difficult. Жизнь следования за Христом сложная. Amen. Аминь. Everything about the Great Commission. Все, что в себе заключает великое поручение. Screams. Кричит. It's not about you. Дело не в тебе. It's about him. Все дело в нем. It's not about your convenience. Все дело не в твоем удобстве. It's about what he wants to do in you. Все дело в том, что он хочет совершить в тебе. Because he doesn't want to see anybody perish. Потому что он не хочет видеть, чтобы кто-то погиб. He wants to use your life. Он хочет использовать твою жизнь. The question is, вопрос вот в чем. Are you going to believe Jesus? Поверишь ли ты Иисусу? Are you going to obey Jesus? Будешь ли ты Иисусу послушен? If we're going to have radical faith, если у тебя будет радикальная вера, we must answer yes to both of these questions. Нам необходимо ответить «да» на оба этих вопроса. I have been going to the Ukraine since 2013. С 2013 года я путешествовал в Украину. I have been to multiple European nations. Я был в нескольких европейских странах. I travel the world. Я путешествовал по всему миру. I have pastored prior to this for around 20 years. Незадолго до этого я был пастором 20 лет. I understand what it's like to pastor a church. Я понимаю, что это такое быть пастором в церкви. I'm not just some guy that goes around and hops around and preaches. Я не просто какой-то парень, который тут и там попрыгал, и тут попрыгал и проповедует. In fact, I wasn't planning on doing what I'm doing today. И на самом деле я даже не планировал делать то, что я делаю сейчас. But God supernaturally came and moved me to do what I'm doing. Но Бог сверхъестественно пришел и сдвинул меня, и теперь я делаю то, что я делаю. We have a ministry called Free the Nations. У нас есть служение, которое называется «Освободи народы». Это служение приготовления невесты, приготовление для двух вещей. For what is coming, к тому, что грядет, and for his coming, и к тому, кто грядет. The preparation of the bride. Приготовление невесты. The Bible says in Revelation 19:7. Библия говорит в Откровении 19:7. Behold, the bride has made herself ready. Смотрите, невеста приготовила себя. Ready for what? Приготовила себя к чему? The marriage supper of the Lamb. К праздничному ужину с Агнцем. In other words, we have a responsibility. Другими словами, у нас самих есть ответственность. To be ready for when he comes. Быть готовыми к его приходу. Because he's getting ready to come. Потому что он готовится приходить. Yes, life is difficult. Да, жизнь тяжелая. I've been in the Ukraine this year. В этом году я был в Украине. I got stories from this year. И у меня целые истории этого года. That break my heart. Эти истории, они просто сломали мне сердце. I come to this region of the world. Я приехал в эту часть мира with a heavy burden с тяжелой ношей for this region. Этого места, этого региона. But I want you to know something. Но я хочу, чтобы вы кое-что знали. We are not on our way to a funeral. Мы не идем.
идем с вами на пути к похоронам. Did you hear me, church? Слышала меня церковь ли ты? We are not on our way to a funeral. Мы не идем на похороны. We are on our way to a wedding. Мы с вами идем на свадьбу. Аллилуйя! Аллилуйя! The joy of the Lord is your strength. Радость, Господи, сила ваша. Аллилуйя, бабушка! Аллилуйя! Months ago, несколько месяцев назад, I was talking to one of the pastors in Ukraine. Я разговаривал с некоторыми украинскими пасторами. I said, he said, it's time to come back over, and I was like, I'd like to come back over, sure. А они такие говорят, ну пришло время тебе снова приехать. Я сказал, да, классно, я с радостью приеду. I said, I'll let you know my plans here in a couple of days. И я говорю, и я сказал им, в течение нескольких дней я озвучу вам свои планы, когда мы можем это сделать. And I began to think. И я начал думать. There's no way I'm going to the Ukraine right now. Ну никак в Украину сейчас нельзя ехать. It's crazy there. Там безумие. Now this was before the war. Это было до войны. Months ago. Несколько месяцев. I was thinking to myself. Я сам в себе думал. With all this COVID protocol. Со всеми этими ковидными протоколами. With all wearing the mask. Масками. Everybody wants you to be vaccinated. Все хотят, чтобы ты вакцинировался. And then when you get there, there might be a war that'll break out. А потом приехал на место, и еще война случилась. I'm not going to the Ukraine right now. Не, я сейчас в Украину не поеду. So I called the pastor. Поэтому я позвонил пастору. Pastor. Пастор. I'm not coming to the Ukraine. Я не поеду в Украину. I'm not vaccinated. Я не вакцинирован. I hate the mask. Я ненавижу маску. I don't want to deal with all this stupid in the world. И со всей этой глупостью, которая сейчас в мире происходит, не хочу разбираться. Amen. Аминь. Right when I got the words out of my mouth. Прямо тогда, когда я все это сказал. I'm not going to come to the Ukraine. Я в Украину не поеду. Right when those words left my lips. В ту же секунду, когда эти слова оставили мои уста, the family dog in the background began to bark crazy. Соседская собака стала по-сумасшедшему вот так лаять. You do it better. I have met this dog multiple times. Я несколько раз. I've never heard the dog bark. Встречал эту собаку, она соседская, but она right никогда не лаяла. Right when I said I'm not going to the Ukraine. Но как только я сказал в Украину не the поеду, dog began to go crazy. Собака как будто с ума сошла. And the dog prophesied to me. И собака мне пророчествовала. Mike. Mike. No. Нет. You must go to the Ukraine right now. Тебе прямо сейчас в Украину ехать надо. I hung up the phone. Я повесил трубку. I said, I just told them I'm not going. И сказал, ну я же сказал им, что не поеду. But the dog just prophesied to me that I need to go. Но только что собака мне спророчествовала и сказала, что ехать надо. So I called my friend Alexander back. И поэтому я позвонил своему другу Александру. I didn't say anything about the dog prophesying to me. Ничего не сказал про собаку пророчествующую. I said, I'm supposed to come. Сказал ему, я приеду. He says, great, Mike, we'll prepare. Он сказал, отлично, Майк, мы подготовимся. Just before the war. Как раз пред войной. So, I show up in the Ukraine. Итак, я приехал в Украину. The Lord gave me a message. И Господь дал мне слово. He said, prepare them. Он сказал, подготовь их. Tell them they need to get everything under the blood. Скажи им, что им нужно все подготовить и держать под кровью Иисуса. And I told the story about the death angel coming. И я рассказал им историю о том, как пришел ангел смерти. And I was preaching this in multiple churches. И я во множествах церквях проповедовал это. One of the churches I was in. Одна из церквей, где я проповедовал. Was in Mariupol. Была церковь в Мариуполе. I was walking on the streets of Mariupol. How beautiful it was! Я гулял по улицам Мариуполя и говорил, как прекрасно, как красиво.
Being with the Christians there, your friends. Находиться там со своими друзьями, христианами. God moved in power. Бог двигался в силе. Signs and wonders. Чудеса и знамения. One young man began to manifest. Один молодой человек начал проявлять дары. He made things right with God and got deliverance. И в нем стали проявляться бесы, и Бог освободил его, и он восстановил отношения с Богом. Глухое ухо открылось. Miracles. Чудеса. It's not about miracles. Но дело-то все не в чудесах. That's just the love of God. Это просто любовь Божья. I found out. Я узнал. Right after the war started. Сразу после того, как началась война. He says, Mike, you remember that man that got deliverance that night? А мне этот пастор рассказывает: Майк, помнишь этого человека, которого в тот вечер Бог освободил? He was just killed in the bombing. Его только что убило, взорвалась бомба. Бомбежки. I got lots of stories. И у меня много таких историй. I don't come with a normal American mind. Я не приехал сюда с обычным американским мышлением. I was preaching in a Muslim country. Я проповедовал в мусульманских странах. While I'm there, they arrested the pastor and put him in prison. Пока я находился там, они арестовали пастора и посадили его в тюрьму. And I had to preach the next service without him there and tell everybody there where their pastor is. И мне следующее служение пришлось проповедовать без него и рассказать всей церкви, где находится сейчас их пастор. Yeah, the Lord moved with signs and wonders. Да, Господь двигается в чудесах и знамениях. That's just his love. Но это просто его любовь. But the reality is, но реальность, are you still going to follow? Будешь ли ты его последователем, когда жизнь сложная? Выберешь ли ты по-прежнему отдать ему свою жизнь, когда весь ад против тебя восстает? I went to around 7 cities on that trip to Ukraine. Когда я поехал в Украину, я был в 7 городах. One of the places I went to right before we left, the pastors were watching the news. И прямо в одном из городов, куда мы приехали, и как раз незадолго до моего отъезда, I said, what's going on? Пасторы уже смотрели новости, и я спрашивал, что происходит. They're talking about our pastor friend. А они говорят: в новостях говорится о нашем друге-пасторе. He was arrested and he's getting 6 years in prison. Его арестовали, и ему грозит 6 лет тюрьмы. I said, why? Я сказал, за что? Because he wouldn't bow to the police because there was corruption going on. Потому что он не преклонился пред полицией, потому что настолько была в том месте полиция коррупционная. And he stood his ground. А он стоял на своем. 6 years. 6 лет. And he says, Mike, you're going to speak at his place right now. И они мне говорят: Майк, ты будешь сейчас говорить в его церкви. Wow. Wow. After I preached in multiple churches. После того, как я проповедовал в множествах церквей. I didn't say anything about a dog prophesying to me. Sorry? I didn't say anything about a dog prophesying to me. The dog. Woof woof. Я не сказал им, по-прежнему ничего не рассказывал про собаки, которая мне пророчествовала. Who would? А кто бы рассказал? After I preached multiple messages. После того, как я рассказал, проповедовал много-много раз. I show up at Bishop Andre's church in Pavlograd. Mm-hmm. Huh? Я приехал right? к пастору, к епископу Андрею в Павлоград. Correct? Павлоград, да? I've never been to his church before. Никогда не был в его церкви. Not one time in all the years I've been there. Один раз за все эти года я приехал туда. I get up. Я встал. The church is filled. Церковь наполнена. The first thing I say. Первое, что я сказал. And he is my witness. И Бог мой свидетель. I know I'm supposed to be here. Я сказал: я знаю, что я должен быть здесь. I know I'm supposed to be here tonight. Я знаю, что я должен быть здесь сегодня. And I said, do you know why I know I'm supposed to be here? И я спрашиваю у них: знаете ли вы, почему я знаю, что должен быть здесь? I said, because a dog prophesied that I'm supposed to be here. И я сказал: потому что собака спророчествовала, что я должен быть здесь. I go over to my friend Alexander that's sitting on the front row. Я подошел к моему другу Александру, который на первом ряду сидит. I said, Alexander, you remember weeks ago? Я сказал: Александр, помнишь пару недель назад? When I said I'm not coming to the Ukraine. Когда я сказал, что не поеду в Украину. Your dog went crazy. Собака там с ума сошла. Да.
I said, when your dog began to do that, it prophesied to me. Everybody in the church is like, и когда я сказал, и когда твоя собака вот так стала себя вести, она стала мне пророчествовать, и все в церкви такие. When I said I'm not coming, когда сказал, что не приеду, the dog prophesied and said, no, Mike, you need to go to the Ukraine right now. Собака сказала, нет, Майк, тебе в Украину нужно поехать прямо сейчас. And I preached the message about getting things under their blood. И вот я проповедую о том, как покрывать все кровью Иисуса. Bishop Andre comes up to the pulpit. Епископ Андрей приходит на кафедру. Says Mike last Sunday, last week. И говорит, Майк, на прошлой неделе. From this pulpit. С этой кафедры. I was preaching. Я проповедовал. And I said these words. И я сказал эти слова. I feel as if I'm a dog barking, trying to get somebody's attention. Я чувствую, что я как лающая собака, пытающаяся добиться чего-то внимания. The Holy Ghost came into the room. Дух Святой зашел в комнату. A major portion of the church had a physical healing. Большая часть церкви получила физическое исцеление. Some believe up to almost a third. Некоторые верят, что почти треть. Eyes. Глаза. I could see. Я могу видеть. We got the videos. У нас есть видео. I can see it. Я вижу. My back. Моя спина. I can walk. Я могу ходить. The pain. Боль. We had little children manifesting. У нас в маленьких детях были проявления. The love of God came in the room. Любовь Божья опустилась в зал. And I look back at the crazy time in the Ukraine. И я смотрю на это сумасшедшее время в Украине. And then I begin to hear a few months later. И спустя несколько месяцев я начинаю слышать. About 11:30 at night in America. Где-то в 11:30 ночи по американскому времени. My interpreter FaceTimed me. Мой переводчик связался со мной по FaceTime. Света. Света. Mike, it started. Майк, все началось. I hear the airplanes. Я слышу самолеты. I don't know what to do. Я не знаю, что делать. She calls me. Она позвонила мне. I don't know what to do. Майк, я не знаю, что делать. My other interpreter. Мой другой переводчик. Bishop Andre's son, Valentin. Валентин, сын епископа Андрея. Just a couple of weeks ago. Несколько недель назад. Was in a building that got shot by tanks. Находился в том здании, которое было обстреляно танками. It's difficult being a soldier. Очень сложно быть солдатом. It's difficult being a soldier for the king too. И очень сложно быть солдатом для царства. It's inconvenient. Это неудобно, некомфортно. I didn't want to go to the Ukraine on that trip. Я не хотел ехать в эту поездку в But Украину. The Lord's foreknowledge. Но Господь, called me into that situation, используя знания, призвал меня в эту ситуацию, to prepare the bride, чтобы приготовить невесту for what was coming. К тому, что придет. Everywhere we went, куда бы мы ни ехали, the embrace of Jesus came in. Объятия Иисуса опускались. It wasn't hype. Это не был какой-то хайп, а просто... You know the song? When you walk into the room, everything changes. Знаете эту песню? Do you know that song? You can. Okay, we'll play it later. Ладно, потом сыграем. But it's as if the Holy Ghost kept coming into the churches where we were going. Итак, Дух Святой приходил в те церкви, в которые мы приезжали. And saying, church, you're getting ready to go through hell. И мы говорили, церковь, приготовьтесь к тому, чтобы пройти через ад. But I'm here and I love you. Но я здесь, и я люблю вас. The king is getting ready to come. Царь готовится к тому, чтобы прийти. Times are not
going to get so, so much, so great. It's going to be difficult. Времена не будут становиться еще более, более великими. Будет сложно. I always say that the way that the church started. Я всегда говорю, то, как церковь начала. It is the way that the church is going to go out. Это так, как церковь будет забрана. Yes, there was a great manifestation of the glory of the Lord, signs and wonders. Да, были великие проявления славы Божьей, чудеса и знамения. But the world didn't care. Но миру было все равно. They still persecuted them. Они все равно гнали их. Stephen was a man filled with the Holy Ghost. Стефан был человек, наполненный Духом Святым. Just a normal man in the church that was called to wait on tables. Просто обычный человек церкви, который был призван служить. But he had the boldness of the Holy Ghost in him. Но в нем была храбрость Духа Святого. And he stood before the political figures. И он встал перед этими политиками. In front of the religious leaders of his time. И перед религиозными лидерами его времени. And declared truth. И он провозгласил истину. In the face of persecution. Перед лицом преследования. He was willing to take a stand. Он был готов взять на себя. For Jesus Christ. Эту участь за Иисуса Христа. And what did he get? И что же он сделал? Stones. Что же он получил? Камни. This is authentic Christianity. Sorry. This is authentic Christianity. Вот оригинальное христианство. This is real Christianity. Вот настоящее христианство. Let me read just a few more verses. This is a long message, but I'm going to make it brief. Это длинная проповедь, я сделаю ее короткой. Сейчас прочитаю несколько мест. Luke, chapter 5, verse 1 to 11. Итак, Луки, 5 глава, с 1 по 11 стих. Go ahead. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, и от этого лова рыб им пойманных. Также и Иаков, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симонову. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Аминь. Я хочу, чтобы вы увидели что-то в этом месте Писания. Я хочу, чтобы вы кое-что увидели. Иисус сказал этим рыбакам. By the way, they were fixing their nets. Кстати, они вымывали свои сети. Потому что они рыбачили всю ночь и ничего не поймали. But Jesus tells them something. Но Иисус кое-что говорит им. He says, I want to use you. Он говорит: «Я хочу использовать вас». He told them to go a little distance from the shore. И Он им сказал немного отплыть от берега. He said, then he began to teach the crowds. И сказано, что Он тогда учил толпу. And when he was finished, he told them to put out into deep waters. И когда закончил, сказал: «Отплывите на глубину для более великого улова». Симон сказал: «We have already worked hard. Мы уже достаточно потрудились. We are exhausted. Мы вымучены. And we have caught nothing. И мы ничего не поймали». In other words, this would be an inconvenience on our life right now. Другими словами, он говорит: нам это сейчас неудобно. We're tired, we're weary. Мы устали, у нас нет сил. We don't have any fish to make money. И рыбы нет, чтобы продать ее и денег заработать. We don't want to do it, Jesus. Мы не хотим делать это, Иисус. We really would rather not.
Мы бы очень не хотели. There's a lot of pastors in here. Есть очень много пасторов здесь. You feel like you're done. It's over. Ты чувствуешь, как, что ты все кончено. You're tired, you're wore out. Ты устал, ты изможден. You've worked for years, you've worked for days. Годами, днями служил, работал. And you don't feel like you've did anything good for the kingdom. И не чувствуешь, что сделал что-то хорошее для царства. Listen to what Peter said. Послушай, что Петр говорит. Even though he didn't want to. Несмотря на то, что он не хотел. He said, because you say so. Но он говорит, но по слову твоему. I will do it. Я сделаю это. Inconvenient surrender. Неудобно сдаваться. Let me tell you a little secret about the supernatural. Позвольте поделиться с вами секретом сверхъестественного. Inconvenient surrender. Неудобно сдаваться. Will unlock the supernatural. Когда неудобно сдаваться, тогда это открывает сверхъестественное. When your ability is gone. Когда твои возможности закончились, тогда его возможности засияют. When you are weak, когда ты слабый, he is strong in you. Он силен в тебе. They didn't want to do it. Они не хотели этого делать. But he said, because you say so. Но Петр сказал, there's many things in the ministry I don't want to do. Есть многие вещи в служении, которые я делать не хочу. There's places I don't want to go. Есть места, куда ехать не хочу. But it's like a fire shut up in my bones. Но это как огонь, горящий в моих костях. Sometimes I want to quit. Иногда хочу бросить. Sometimes I want to give up. Иногда хочу сдаться. Why? Because this world is troublesome. Почему? Потому что этот мир сплошные проблемы. Even Jesus said. Даже Иисус сказал. In this world. В этом мире. You will have trouble. Будете иметь скорби. But I have overcome. Но я победил. The world. Этот мир. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, бабушка! Inconvenient surrender. Неудобно сдаваться. They listened to the Lord. Они послушались Господа. They were obedient. Они были послушны. Even though they didn't want to be. Несмотря на то, что совсем не хотели. I call that being authentic. Я называю это быть оригинальным. Too many people fake their religious acts towards the Lord. Очень много людей, они подделывают религиозные действия Господу. I like to be real. Я хочу быть настоящим. Some things God wants me to do, I don't want to do it. Некоторые вещи, которые Господь хочет, чтобы я делала, а я их делать не хочу. But I've learned the lessons. Но я выучил свой урок. Of inconvenient surrender. Когда неудобно сдаваться. I've preached in conferences. Я проповедовал в конференциях. One of the conferences I was at in a city called Benin in Nigeria. Есть такой город Бенин в Нигерии, и я проповедовал там на конференции. While the bishop was taking care of me. Пока епископ заботился обо мне, he was dealing with terrorists. Одновременно с этим ему нужно было разбираться in the city where I was. С террористами, которые осели в том городе, где я был. They had kidnapped one of his relatives. Они похитили одного из его родных. And he was scared for my life. И он боялся за мою жизнь. Because of what was going on. Из-за всего, что происходило. Inconvenient surrender. Неудобно сдаваться. Are we still going to keep moving forward? Будем ли мы продолжать no двигаться matter вперед, what. Несмотря ни на что? Amen. Аминь. The Lord says. Господь говорит. Take up your cross and follow. Возьми свой крест и следуй за мной. Amen. Аминь. You know, I've seen pastors that have mega churches. И я видел пасторов, у которых были мега церкви. Pastors that have thousands of people in their audience. Пасторы, у которых тысячи людей в аудиториях. People that have huge ministries. Люди, у которых огромные служения. That does not impress me. Это меня не впечатляет.
I make relationships based upon character. Я строю отношения, основанные на характере. Not based upon your anointing. А не основанные на помазании. I was in Nigeria not too long ago. Недолгое время назад я был в Нигерии. I was sitting at a chicken restaurant. Я сидел в ресторане, где подавали курицу. About a 25-year-old young Nigerian. 25-летний молодой парень нигериец. I was sitting with. Я с ним сидел. I was sitting with some of the young people. Я вообще сидел там с молодыми людьми. Sometimes I can let the big pastors go do their thing. Иногда я просто отпускаю больших пасторов идти заниматься своими делами. I want to invest. А я хочу вкладывать. So I looked at this young man. И я посмотрел на этого молодого человека. And I said, "What is it that the Lord's called you to do?" И сказал, к чему Господь призвал тебя? And you know what he said? И знаете, что он мне ответил? He says, "The Lord has called me to go north in Nigeria." Господь призвал меня к тому, чтобы идти на север Нигерии. To minister to those people up in the north. И служить людям на севере Нигерии. Now, do you know who's in the north of Nigeria? А знаете, кто живет на севере Нигерии? Boko Haram. Boko Haram. A terrorist group. Это террористическая группа. This young man. Этот молодой человек. 25 years old. Ему 25. Says the Lord has called me to go there. Говорит, Господь меня призвал идти туда. To be a witness. Чтобы быть свидетелем. I didn't say this to him. Я ему этого не говорил. But I thought to myself. Но я внутри подумал. I might not ever see this man again. Возможно, я этого парня живым больше никогда не увижу. He's a dead man walking. Он просто ходячий мертвец. Are you hearing me? Слышите ли вы меня? That impresses me more. Вот это меня впечатляет. Than any man in America with a big church. Намного больше, чем любой человек в Америке с большой церковью. That's a young man that understands the gospel. Вот этот молодой человек понимает Евангелие. He has considered the cost. Он взвесил цену. He has taken up his cross. Он взял свой крест. He might not ever preach to more than 30 people. Может быть, он в жизни не будет никогда проповедовать больше, чем 30 людям. But if he can reach one. Но если он может достичь хотя бы одного. Are you hearing me? Слышите меня? And he's going to do that, knowing that he might И он будет делать это, несмотря на то, что знает, что может умереть, служа Иисусу. Это повлияло на мою жизнь. Это повлияло на моего духовного человека. Это смирение. People don't know what true persecution is. Люди не знают, что такое настоящее преследование. They don't know what it's really like to truly follow Jesus in some parts of the world. В некоторых частях мира люди даже не понимают, что такое на самом деле следовать за Иисусом. In fact, listen to this. К тому же, послушайте. I said this just a couple of months ago in America. Я в Америке то же самое говорил несколько месяцев назад. The American church cannot identify with the Bible. Американская церковь не может идентифицировать себя с Библией. Are you hearing me? Слышите меня? Based upon its written audience. Sorry. Based upon the intended audience for the Bible. Основываясь на based upon. Based the Bible was written. Mm-hmm. The American culture cannot identify with the stories in this Bible. Oh, it can't relate themselves, right? Correct. Mm-hmm. То есть американская аудитория, они не могут соотнести себя с историями из Библии. You can't identify with this. Вы можете соотнести себя we с do этим. The best we can. Но мы как бы стараемся и делаем самое лучшее, что можем. But unless you understand true persecution, но пока вы не поймете, что такое истинное преследование, you can't really grasp this. Вы на самом деле не можете схватить, что там написано. That's a deep statement. Это такое глубокое заявление. This was written это было написано to persecute, to persecute a church.
преследуемой церкви. People that were dying for their faith. Люди, которые умирали за свою веру. People that couldn't work because the government shut them down because they were believers. Люди, которые не могли работать, потому что государство их закрыло за то, что они верующие. If your life experience doesn't come from that, и если ваш жизненный опыт не исходит оттуда, it's difficult to truly grasp this. Сложно по-настоящему глубоко понять, что That's там. My opinion. Это мое мнение. After traveling around. Когда ты путешествуешь, ты можешь это видеть. Но, с другой стороны, мы стараемся сделать лучшее. Знаете, люди в Америке, они там любят дискутировать. А пить можно? А курить можно? Как далеко можно продвинуться, если иметь такие дискуссии? Is it okay to get a tattoo? Нормально, если я татушку набью? They want to debate. Они хотят дискутировать. The friends that I know. Друзья, которых я знаю. They don't even imagine going to those places. Они даже представить себе не могут, что они в какие-то такие места поехали. Their struggle is to survive another day. И у них совсем другая битва. Битва, чтобы сегодня еще выжить. The Iranian Christians, the Chinese Christians. Иранские христиане, китайские христиане. Christians in the Muslim world. Христиане в мусульманском мире. Am I speaking truth today? Говорю ли я истину сегодня? We need to wake up. Нам нужно проснуться. It's inconvenient to follow Jesus. Некомфортно следовать за Иисусом. There was a lady that came to me. Была женщина, которая подошла ко мне. She said, "Mike, I'm a Christian." Она сказала: "Майк, я христианка." The reason why she came to me. И причина, по которой она пришла ко мне. Was because she was at another church. Потому что она была в другой церкви. And she manifested a demon. И в ней проявился бес. I don't want to get caught up in all that stuff right now, but I got to tell you the story. She came to me because. Church leader said you need to go see this guy. И она в итоге пришла ко мне, потому что лидер церкви сказал: "Послушай, тебе надо встретиться с тем парнем." She told me she was a Christian. Как я уже говорил, она христианка. She was from a Muslim country. И она была из мусульманской страны. Visiting family in the states that were Christian. И она навещала свою семью в Штатах, и ее семья были христиане. So I said, "Okay, what's going on?" И я ее спросил: "Послушай, а что происходит?" And I just simply looked at her. Я просто на неё посмотрел. And she was taken over by a spirit. И её этот дух накрыл. I'm not telling you this story because of a demon. Я не рассказываю вам эту историю из-за проявления бесов. But I want to make a point. Но здесь я хочу кое-что выделить. I said, "What is your name, spirit?" И я сказал: "Дух, как твоё имя?" And it was a Muslim demon. Это был мусульманский бес. I knew that. Я знал это. I brought her back. I said, "How in the world?" I said, "You say you're a Christian. How do you have this Muslim demon?" И я говорю, вернул в сознание эту женщину, говорю: "Послушай, ты же христианка. Как в тебе оказался мусульманский дух?" She said, "Years ago I married a Muslim." Она говорит: "Несколько лет назад я вышла замуж за мусульманина." I said, "Oh, really?" Я такой: "Ну да." I'm going to be real with you. И я вам честно скажу. I looked at her and I said, "You are not a Christian." И я посмотрел на нее и сказал: "Ты не христианка." She says, "Yes, I am a Christian." Она говорит: "Как это? Нет, я христианка." I said, "No, you're not." А я сказал: "Нет, ты не христианка." She said, "Yes, I am." I said, "No, you're not." Она говорит: "Нет, я христианка." Я говорю: "Нет, ты не христианка." I said, "I have a question for you." Она говорит: у меня к тебе вопрос. When you married your Muslim husband, когда ты вышла замуж за своего мусульманского мужа, didn't you have to pledge allegiance to Muhammad and Allah? Поклялась ли ты в верности Мухаммеду и Аллаху? Right, Murad. Разве ты не сделала этого, выйдя за него замуж? I said, a Christian would never do that. Я сказал: настоящий христианин бы никогда так не сделал. See, понимаете? A Christian wouldn't do that. Христианин бы никогда так не сделал. I said, you are not. Поэтому я ей сказал: ты She не христианка. Said, yes, I am. Она спорит со мной, говорит: нет, я христианка. I said, ma'am, if you want my help, и я сказал: девушка, если вы хотите моей помощи, you need to surrender to Jesus Christ. Вам нужно смириться под Иисусом, перед именем Иисуса Христа. She says, but I'm a Christian. I said, no, you're not. Он говорит: ну я же христианка. Он говорит: нет, ты не христианка. She told me that she has to pray to Allah.
Она сказала мне, что она должна молиться Аллаху. Because her husband makes her. Потому что ее муж ее заставляет. I said, a Christian wouldn't do that. А я ей говорю, христианка никогда бы так не сделала. And then she began to weep. И тогда она стала рыдать. And she says, you are correct, sir. И он сказал, вы правы, сэр. I am not a Christian. Я не христианка. What you say is true. Все, что вы говорите, это истина. And then, you know what I said next? И знаете, что я ей дальше сказал? You don't want to be a Christian. Ты не хочешь быть христианкой. Listen to what I'm saying. Послушайте, что я говорю. I said, you don't want to be a Christian. Я говорю, ты не хочешь быть христианкой. Because I saw something. Потому что я увидел кое-что. I had an understanding that if this lady says yes to Jesus, и я понял, что если эта девушка скажет «да» Иисусу, she's going to go back to her husband. Она вернется к своему мужу. Most likely she can be beat up. Скорее всего, он будет ее бить. She could be killed. Он может ее убить. She had a couple little kids. У нее есть несколько маленьких детей. I knew if she said yes to Jesus right now. И я знал, что если она прямо сейчас скажет «да» Иисусу», her earthly life was over. Ее земная жизнь закончена. So I said, you don't want to be a Christian. Поэтому я сказал, ты не хочешь быть христианкой. You don't want to do this. Ты не хочешь это делать. I said, the only way I could help you, but you have to surrender your life to Christ, but you don't want to do that. Он говорит, единственный способ, как я могу помочь тебе, это привести тебя ко Христу, но ты не хочешь быть христианкой. I said, it's too dangerous for you. Я сказал, для тебя это слишком опасно. You might be thinking, Mike, you're crazy. И вы, может быть, думаете сейчас, сидите и думаете, да, Майк, ты вообще с ума сошел. Oh, am I? Ну да, правда? Jesus says, if you want to follow me, Иисус сказал, you got to take up your cross. Если хотите следовать за мной, возьмите свой крест. You will be inconvenienced. Будет некомфортно. Don't follow me unless you're willing to die. Не следуйте за мной, пока не захотите умереть. That's what Jesus was saying to his disciples. Вот что Иисус говорил ученикам. Jesus was talking about John 6, what it meant to follow him. Everybody left. But a few. Иисус рассказал, что такое будет следовать за ним, и все ушли, и лишь несколько осталось. And he said, "Are you all going to leave me also?" And Peter's like, "No. To whom else can we go?" И он Иисус спросил у них: "И вы тоже оставите меня?" Но Петр ответил: "Нет. Кому нам идти?" Everything Jesus said and did. Все, что Иисус сказал и сделал, was preparing the early disciples for the hell that they would have to face if they followed him. Готовило молодых учеников к тому аду, который они будут проходить до конца жизни. Woman, и этой женщине я сказал, не хочешь ты быть христианкой. Back, потому что ты вернешься, тебя будут преследовать. Тебя могут даже убить. And I said that out of love and compassion. Sorry? I said that out of love and compassion. И я говорил это из любви и сострадания к ней. And then she looks at me and says, Mike, и она смотрит на меня и говорит, Майк, I want Jesus. Мне нужен Иисус. Майк, Майк, I want Jesus. Мне нужен Иисус. I said, are you sure? Я сказал, ты уверена? Майк, Майк, I want to make things right with the Lord. Я хочу восстановить отношения с Господом. I don't care what happens to me. Мне все равно, что со мной будет. I want free. Я хочу свободу. I want to know Jesus. Я хочу знать Иисуса. And I said that made me happy. Я сказал, я очень рад. And I led her to the Lord. И я привел ее к Господу. Then we drove out the jinn. Jinn? The jinn, a demon. Mm. Потом мы изгнали беса. That was a Muslim devil. Это был бес мусульманский. That story had to do with salvation. Эта история говорит о спасении. It's not about a devil. Здесь дело не в дьяволе. It's about a human being. Это о человеке. Inconvenient surrender. Неудобно сдаваться. You know, I came today with a strong message. Знаете, я пришел сегодня с очень сильным посланием. Just about following Jesus, amen. Просто говорю о том, как следовать за Иисусом. Аминь. This is a message of the preparation of the bride for what is coming. Эта проповедь говорит о приготовлении невесты к тому, что идет. It's time for the bride of Christ to begin to rise up. Время пришло невесте Христа подниматься.
filled with radical faith. Она должна быть наполнена радикальной верой. And take our stand. И должна крепко стоять. Amongst the onslaught, the difficulty that the enemy tries to bring. Посреди всех сложностей, которые приносит враг. Go ahead and shut your eyes real quick, and if we could have the worship guys come up, that'd be great. Давайте закроем свои глаза, и если кто-то из прославления может выйти, было бы здорово. You know, if you're here and you're a pastor, если вы здесь и вы пастор, and you felt like every, don't want anybody looking around, and you said, "Mike, that's me. I've been wanting to give up." Не смотрите, не смотрите ни на кого, и если вы узнаете себя, поднимите свою руку, Майк, это я. Yeah. They're wanting to give up. И если вы пастор и вы хотите просто сдаться, поднимите руку, если это вы. Raise your hand. Поднимите свою руку. And if you're brave enough, stand up. It's okay. И если у вас есть внутри достаточно храбрости, то встаньте, пожалуйста. It's okay. Все хорошо. Anybody in here? Любой, кто здесь есть. You've been wanting to give up. Ты хочешь просто сдаться. Because of the struggle, because of the difficulty. Stand up right now. Come up here. Из-за всех сложностей, из-за всех проблем. It's okay. Вставайте, я хочу помолиться с вами. Все хорошо. Just come on, come on. Если вы чувствуете внутри, что вы просто сейчас в таком состоянии, когда вам хочется сдаться. Listen. Послушайте. I guarantee you, there was times that the apostles wanted to. Я вам гарантирую, что было времена, когда апостолы хотели сдаться. But do you know what Paul said? Но знаете, что Павел сказал? In Corinthians. В Коринфянам. The love of Christ compels me to continue. Но любовь Христа помогает мне продолжать. Come on up here. I want to pray with you. Выходите сюда, я хочу помолиться вместе с нами. I believe in you. Я верю в вас. I believe in you. Я верю в тебя. See, a lot of times in the church. Много раз в церкви. We have to pretend everything's okay. Нам нужно притворяться, что все хорошо. I don't like that. Мне не нравится это. Can't we be authentic? Давайте будем все реальными, настоящими. It's difficult. Это тяжело. It's hard. Тяжело. But the Lord loves you. Но Господь любит вас. For the Lord says, I have not ever rejected you. Господь говорит, я никогда тебя не отвергал. You are my daughter. Ты моя дочь. Turn to me at this time. Посмотри на меня, обратись ко мне в это время. Forgive those who offended you quickly. Быстро прощай всех, кто обидел тебя. Forgive them at this hour. Прости их прямо сейчас. Release them. Освободи их. And I shall lift you up, а я подниму тебя, says the Lord. Говорит Господь. For you are my daughter, потому что ты дочь моя, и я люблю тебя. For the Lord says, I have called you to be a leader of leaders. Господь говорит, я призвал тебя быть лидером лидеров. И те позиции, в которых ты себя находишь, ты чувствуешь, как будто ты недостаточно мудрый, сильный. Но Господь говорит, разве не до сего места я тебя довел? Разве не до сего момента я тебя довел? For you shall be a leader of leaders. Будешь ты лидером лидеров. And I have chosen you. И я избрал тебя. Because of your humility. Из-за твоего смирения. I can trust you, says the Lord. Я доверяю тебе, говорит Even Господь. When you can't trust yourself. Даже когда ты сам себе не доверяешь. Turn to me in humility. Обратись ко мне and в смирении. I will lift you up above all the struggles. И я подниму тебя над всеми сложностями. For this is a transitional month for you. Потому что этот месяц перехода для тебя. Not only in the natural. Не только в естественном, but in the spiritual, says the Lord. Но и в духовном, говорит Господь. At this hour, в этот час, I am going to give you a spirit of wisdom and understanding. Я дам тебе духа мудрости и понимания, that will help you navigate. Который поможет тебе понимать the things ahead, says the Lord. Те вещи, которые предстоят, говорит Господь. Hallelujah. Thank you.
He loves you. Он любит тебя. He loves you. Он любит He вас. He loves you. Он любит oh, вас. Oh, He loves us. Oh, how He loves us. Как Он нас любит. Oh, how He loves. He loves you. Он любит тебя. He loves you. Любит тебя. Любит тебя. Любит тебя. Любит тебя. Господь говорит, ты не провал. Но разве я не выбирал тех, кто провалился в моей книге в Библии? И на них сходило величие. И я беру слабость людей. Когда они обращаются ко мне, я делаю их сильными. Ты будешь сильным в своем призвании, говорит Господь. Never the same. Never the same. Never the same. Never the same. Он любит тебя. Он любит тебя. Он любит тебя. Скажите, Господь Иисус, forgive me for my doubting. Прости меня за мое сомнение. It has been so difficult. Было так тяжело. But this day, но сегодня, I will choose. Я выбираю to follow you. Следовать за тобой. I choose. И я выбираю. To endure. Продержаться до конца. Holy Spirit. Дух Святой. I ask that you come right now. И я прошу, чтобы ты пришел прямо сейчас. And fill me with your fire. И наполнил меня своим огнем. Comforter, come. Утешитель, приди. And comfort me at this time of sorrow. И утешь меня в это время горя. Fill me. Наполни меня. With radical faith. Радикальной верой. Fill me. Наполни меня. With your fire. Своим огнем. Now let's pray in the Holy Spirit. Давайте будем молиться на языках. Fire! 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 Много лет я чувствовал, что должен быть здесь с тобой. And I believe that God's timing is perfect. И я верю, что Божье время прекрасно, идеально. This is a strategic time, as you know, for this nation.
И я также считаю, что это стратегическое время для этого народа, как и ты говоришь. И давайте так будем откровенными с друг другом. Нам не нужно быть пророком, чтобы это понимать. Мир кричит. It's screaming out for leadership. Он кричит о лидерстве. And one of the stories that just yesterday was burning in my heart. И одна из историй, которая вчера горела в моем сердце. It's in Matthew, and I started at the beginning that my house shall be called a house of prayer. И я говорил об этом в начале. Это написано в Матфея, что дом мой домом молитвы назовется. And in Mark's account, it says after Jesus said that. А в Марка написано, что после того, как Иисус это сказал, he began to heal the broken. Он начал исцелять сломленных. You see, right now is critical for the church. Вы понимаете, прямо сейчас это важнейшее время для церкви. Right? Правильно? It's critical for the church. Сейчас это очень важно для церкви. We need to get all the junk out of the church. Надо весь мусор убрать из церкви. We need to get all the junk out of the church. Весь мусор выкинуть из церкви. And that's twofold. That's a two thing that I'm saying. И тут есть две стороны. The worldly stuff that tries to come into the church. Мирское, все мирское, которое пытается пробиться в церковь. The mindsets of man, not of God. Мышление, понимание человеческое, не Божье. And I know right now. И я знаю прямо сейчас. In this movement. В этом движении. The enemy has come to bring division. Враг пришел, чтобы принести разделение amongst leaders. Среди лидеров. This is a storm. Это буря. That exposes the foundations. Которая вскрывает основания. Of churches. Церквей. Of pastors. Пасторов. Of leaders. Лидеров. We need to take the side of Yahweh. Нам нужно встать на сторону Яхве. We need to take the side of justice and right and wrong. Нам нужно встать на сторону справедливости, правильного и отойти от неправильного. We need to take the side of love. Нам нужно встать на сторону любви. And the last thing the church needs right now. И последнее, что церкви нужно прямо сейчас. Is a war inside the church. Это война внутри церкви. We need to get the junk out. Нам нужно убрать это. Нам нужно убрать мусор. And when I say that, the number one thing is this. И когда я говорю это, номер один. The offense in our hearts. Обиды в наших сердцах. That is blocking the move of the Holy Spirit. Блокирует движение Духа Святого. This movement is getting a reset. Это движение приобретает рестарт. God is shifting things. Бог меняет вещи. The Lord is preparing this movement. Господь готовит это движение. For an end time harvest. Для жатвы последнего времени. That's what's going on. Вот что происходит. Your work, your labor has not been in vain. Ваша работа, ваш труд не был зря. Even though the enemy has tried to cause damage and a wedge. Даже если враг пытается навредить. For the Lord says, get your eyes off of man. Но Господь говорит, не смотри на людей. And trust in me. А доверяй мне. I am coming into this temple. Я прихожу в этот храм. I am coming into this movement, says the Lord. Я прихожу в это движение, говорит Господь. And I am cleaning house. И я очищаю этот дом. To prepare for my moving. Чтобы приготовить его к моему движению. I shall move, says the Lord. Я буду двигаться, говорит Господь. I am preparing this movement. Приготовляю это движение, to be a light to nations in these last days. Чтобы оно было светом для этого народа в последнее время. I am purging my temple. Я очищаю свой храм. I am placing things in order. Я все ставлю на свои места. And I shall draw people to you for healing. И я буду привлекать людей к себе. This shall be a house of prayer for all nations. Это будет домом молитвы для всех народов. Здесь будет исцеление народов. Исцеление народов.
healing of nations. Исцеление народов. The healing of nations. Исцеление народов. I'd ask you to stretch your hands out towards Bishop right now. Я бы хотел, чтобы вы простерли свои руки. And right now, in the heavenly realms, the warfare is intense with this man. И прямо сейчас в духовной реальности очень сильная битва происходит против этого человека. We wrestle not against flesh and blood. Мы сражаемся не против крови и плоти. But God has seen this day. И Бог видел этот день. He has seen this moment. Он видел этот момент. And this is the man that God has chosen to lead this movement. И это тот человек, которого избрал Господь, чтобы он вел это движение. And right now we're going to lift him up in the name of Jesus. И прямо сейчас мы будем поднимать его во имя Иисуса. Wisdom. Мудрость. Wisdom. Мудрость. Wisdom. Мудрость. Boldness. Смелость. Boldness. Храбрость. Boldness. Смелость. Wisdom. Мудрость. Boldness. Смелость. Wisdom. Мудрость. Boldness. Смелость. Wisdom. Мудрость. Boldness. Смелость. Wisdom. Мудрость. Boldness. Смелость. Hey! 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 Everything of demonic nature. Мы связываем все демонического происхождения. We bind the works of darkness in Jesus' name. Мы связываем дела тьмы во имя Иисуса. That would come against this movement. Не смей выступать против этого движения. In Jesus' name. Во имя Иисуса. We divide soul and spirit. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. We declare. Мы заявляем. This church shall be built. Эта церковь будет построена. This movement shall go forth. Это движение будет идти дальше. And the gates of hell shall not prevail. И врата ада ее не одолеют. This is a new day. Это новый день. This is a transition. Sorry. Transition. Это переход. You will come out of this. Вы выйдете из этого. With more wisdom. С большей мудростью. More boldness. Большей смелостью. More wisdom. Большей мудростью. More boldness. Большей смелостью. The King of Glory. Царь славы. The King of Glory. Царь славы. Is here. Здесь. Inconvenient surrender. Inconvenient surrender. Неудобно сдаваться. Lord, we choose to follow you. Господь, мы выбираем следовать за тобой.
Hallelujah. Praise you, Jesus. Подарите большие аплодисменты. Спасибо, Майк. В следующий раз вспоминай не только бабушку, а и дедушку, чтобы не было дискриминации. Аллилуйя, бабушка, и аминь, дедушка. Да. Большие аплодисменты. Майк, спасибо тебе огромное.